Михаилу Григорьевичу запретили попасть на презентацию нового троллейбуса. Но когда-нибудь мы им проедем. На трамвае. Так какая разница, лишь бы. Нема у меня аккредитации, нема у меня знакомых в троллейбусном парке. Но мы приехали. Увидит оттуда, и Михаил Григорьевич его увидит. А пока, увы, только аккредитованным. Ну, а вот этот трамвай я могу сфотографировать. Сюда можно пока мне без приглашения. Увы, увы, увы. Я там не был, но мир не без добрых людей, и мне повезло.